задержаны за проституцию. В Нарьян-Маре окружные стражи правопорядка пресекли деятельность архангелогородок, которые оказывали услуги интимного характера. Из квартиры, где проживали жрицы любви, были изъяты документы и вещи, подтверждающие их незаконный заработок. По данным УМВД, представительницы древнейшей профессии работали в Нарьян-Маре достаточно долго. Проживали пятеро задержанных девушек в квартире в самом центре города. В ходе задержания полицейские изъяли черную бухгалтерию, мобильные телефоны, визитки и сим-карты. Девушки были задержаны. Значит, в отношении них составлены административные протоколы. Значит, они будут привлечены к административной ответственности. Также в отношении руководителя данной группы, значит, будет проводиться проверка, значит, последующая по результатам возбуждения уголовного дела. Это уже не первый случай, когда в Нарьян-Маре задерживают дам легкого поведения. В 2015 году также жительницы Архангельска привлекли к ответственности за занятие проституцией. Они получили условное наказание.